Агрессивный мотоцикл. Агрессивный Игорь за рулем этого агрессивного мотика. Но при этом едет очень аккуратно, я хочу сказать. Аккуратно. Но у Игоря была небольшая травма, и он бережет да, себя. Профессионально занимается хоккеем. К сожалению, у него небольшая там проблема со спиной, но он все равно продолжает тренироваться, заниматься. И давайте поаплодируем Игорю! Да, который все сложности поддерживаем! Да, да. Молодчина! Вот несмотря ни на что! Настоящий позитивный настрой на соревнования. Да, я напомню, что не обязательно прям безумно фигачить, заходить за пределы своего мотоцикла. Можно постепенно раздвигать безопасно эти границы, чувствовать новое.